Забота о ближних. Как местные волонтеры помогают симбирянам? На встрече организации активисты рассказали о том, чем они занимаются ежедневно в условиях пандемии. В первую очередь добровольцы поддерживают людей старшего поколения. Именно пожилые люди входят в группу риска по заражению коронавируса. Тех, кому за 65 и больше, в Ульяновской области 209 тысяч. По санитарным нормам пенсионерам нельзя контактировать с чужими людьми. Но пищу и лекарственные препараты получать необходимо. Руководители Министерства соцзащиты векторы обозначили. Дойти до каждого – это наша основная задача. Если не дойти, то позвонить, а если дойти, то принести продукты, лекарства. Это та помощь, которая сегодня в ежедневном режиме необходима нашим гражданам. Волонтерский штаб на протяжении 2 недель не только поставляет провизию. Услуги помощников оказались востребованы. За 2 недели оформлены 40 заявок. Вопросы квартплаты и закупки медикаментов тоже входят в обязанности неравнодушной молодежи. И на базе медучреждений волонтеры проводят время с пользой. Сотни добровольцев объединила усилия с людьми в белых халатах. Они помогают в уходе за пациентами, в оформлении документации, то есть в разносе рецептов для лекарственного обеспечения. Для помощи врачам призовут и будущих медиков, студентов профильных учреждений. Не на словах, а на деле. У организации «Молодая гвардия» все заявки оперативно исполняются. В городе функционирует основной состав волонтеров. По области работают филиалы. Гвардейцы получают заявки через внутреннюю сеть. Вести о нуждающихся приходят из соцзащиты или от сотрудников колл-центра горячей линии. У нас есть оперативный чат, где каждая заявка помечается, и мы уже смотрим, можем ли мы своими силами реализовать данную доставку, потому что бывает так, что приходит заявка со старой кулатки. Соответственно, нам с города это очень тяжело реализовать, поэтому отправляем местным отделением. Для бабушек и дедушек, которым сложно ходить в магазин и готовить, организована доставка обедов. Эта услуга только набирает обороты. Совместно со спонсорами филантропы доводят до ума систему питания. Но и не стоит забывать, что не хлебом единым сыт человек. Профессионалы соцзащиты оказывают психологическую поддержку и проводят онлайн-семинары. Для того, чтобы связаться с опытными соцработниками и иметь выход на добровольцев, необходимо звонить по номеру 112 или по номеру горячей линии 8 800 350 46 46. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.